Вот оно, наше лунное затмение. 16 июля 2019 год, 23:03 по Киеву. Вот слева наползает тень Земли на Луну. Небо, к сожалению, полностью покрыто облаками. И вот я сейчас только в этот небольшой разрыв смог попасть в прореху между облаками. Это уже чересчур. Да. Совсем небольшое прозрачное пространство на небосводе. Вот уже сейчас видно, облачка находят. В общем, впереди еще 3 часа затмения. Будем ловить, рыбачить. В максимуме в 1:00 ночи, в 1:30 ночи будет покрыта тенью Земли 65% Луны. Немножко не повезло с погодкой, но дело такое. Вот опять более-менее чистое пространство. Да, в 2017 году, когда я снимал, тень Земли проходила по низу Луны, условно говоря, по северному краю. И тогда было всего 25% закрыто лунной тенью Земли. Ты смотри, Сатурн видно, Юпитер видно. Ох, ну облачка, которые идут с запада, как-то совершенно надежды не оставляют. Попробовать на Сатурн навестись. Сатурн совершенно недалеко от Луны. 5 угловых градусов. Не видит, тоже облаками скрывается. Ну, тогда Юпитер, он-то не подведет. Надеюсь. Не может навестись, не видит даже спутников Юпитера. Как сквозь молоко.
не покажешь ты нам спутника Галилеевых. Ну, к фотоаппарату претензий предъявлять не приходится. Облачность есть облачность. Никуда не денешься. А тут 666 миллионов километров до Юпитера. Ушел. Ну ладненько. Что уж тут мучаться? Как у нас выглядит, луна уже спряталась за облаками. Ну ладно, будем ждать. Так, затмение частичной луны. 16 июля 2017 год. Харьков, 23:12 по Киеву. Еще один просвет я поймал в облаках. И вот такая красотень. Ну что, это уже хорошо. Это больше, чем можно было ожидать. Совершенно сплошная облачность была днем. Я, в общем-то, уже плюнул на эту затею. Поснимать затмение. А вот ты ж посмотри, хоть что тогда получается снять. Очень-очень хорошо. Очень-очень-очень хорошо. Уже подкрадываются облака. Вот она. Линия терминатора, граница тени и света. Да, тут, по-моему, даже максимальный зум использовать и не стоит. Вся красота теряется. Чудненько, просто чудненько. Видно облака, как проходят по луне, да? Добавляя колорита затмению. Ладно. Подождем, пока опять чистый участок будет. Вот тебе, пожалуйста, Сатурн получается снять через эти облака. 23:15 по Киеву. 16 июля 2019 год. Главное наше событие в этом году вообще, конечно, не Сатурн сейчас. Он сейчас рядом находится с Луной. А на Луне
Луны у нас сейчас затмение. Ну не красота. Дождались прорехи в облаках. Вот она, наша красавица. Слева в этот раз наползает тень Земли на Луну. Прошлое затмение, которое я снимал в 17-м, было снизу. Так ты посмотри, вроде даже меньше облаков стало, это же надо. Сплошная облачность была надо мной еще 10 минут назад. Сказывается эффект наблюдателя. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, 65% будет у нас в пол первого ночи максимальное затмение. До этого у нас еще целый час. Даже час 12. Да, это небольшой серп луны останется, 65%. Пойти что ли выставить, пока это все. Глядишь, и небо прояснится. И ветерочек стих. Да. В общем, грех жаловаться. Собачка пришла какая-то затмение поснимать. Лады. Попробовать еще на Юпитер навестись. Там, по-моему, совсем все мрачно. Да, облачность не позволяет Галилеевы спутники увидеть. А жаль, они сейчас так хорошо выстроились в ряд. Слева от Юпитера. Все вместе. Но не видно. Не позволяет облачность.
хорошо. Жаловаться не будем. Дошли дочка на луну. Да, в принципе, еще час. Час до максимума затмения. Вполне себе можно позволить сходить домой и выставить это все для просмотра. Может, кому-то не повезло с погодкой даже так, как нам. Даже больше, чем нам. Луна 397 тысяч километров от Земли сейчас. Практически в апогее. Самое удаленное расстояние Луны от Земли — это, по-моему, 405 тысяч километров. А сейчас 397 тысяч. Но пока разошлись облачка, прям не хочется уходить. Ну, думаю, стоит. Так, 23.23 по Киеву, 16 июля 2019 год, Харьков, 50-я параллель северной широты. Сходим домой. Ну что, к сожалению, вот так выглядит лунное затмение из-за облаков в Харькове 17 июля 2019 года, 0 часов 27 минут по Киеву. Через 4 минуты самый-самый пик этого затмения. Но облачность такая, что на лунное затмение это ни грамма не похоже, а похоже на перекошенный смайлик посреди небосвода. Досада. Видимо, матушка природа над нами таким образом подшутила. Ну, смайлик и смайлик. Ни кратеров не видно, ничего, сплошная пелена. Как сквозь молоко. А, ну вон виден кратер Тихо. Тихо и мутно, я бы даже так сказал. Жаль, третий раз снимаю лунное затмение, и всего один раз получилось снимать в хорошую погоду. В прошлом году было полное лунное затмение, такие же примерно атмосферные были
условия. А в позапрошлом году затмение было всего 25%. Луны закрывал диск, тень Земли закрывала. А вот сейчас 65%. Но тут облака работы земной тени не оставили. Сами все закрыли. Натурально, смайлик посреди ночного неба. Ни Сатурна не видно, ни Юпитера не видно. Именно что слева как раз небо чистое, Кассиопеи созвездие видно. А вот ровно там, где нам надо, такая вот досада. Ладно, подожду еще, поснимаю, может, когда убывать затмение будет, может, хоть чуть-чуть яснее будет небо. Да, фотоаппарат не понимает, что от него хотят получить. 31 минута. Аккурат пик затмения. Ну что, вот оно. Лунное затмение. Уже на убыль идущее. Облаками закрытое. 50 минут 1, 17 июля 2019 года. Харьков. Сползает тень Земли с Луны. Идеальный смайлик, который был в пик затмения, превращается постепенно в какую-то саркастическую ухмылку. Видимо, по поводу того, что облака не дали нормально поснимать. Ухмылка. Двадцать минут назад был пик затмения, но, к сожалению, тогда облачность была еще плотнее. Сейчас хоть Сатурн там рядышком с Луной проглядывается, хоть и довольно блекло. Да. Чуть-чуть не то. Ну ладно, могло быть и хуже. Целый день сплошная облачность была. Вообще ничего не видать было. А сейчас хоть Луну-то видно. Да, и никуда облака ни вперед, ни назад. Слева Кассиопеи вижу, позади Большую Медведицу. Будьте здоровы, смотрите на здоровье. А вот там, где нам надо, вот такая пелена.
И аккурат посреди этого смайлика кратер Тихо. Да, Сатурн уже чуть-чуть виден. Подожду еще чуть-чуть. Может проясниться. Так, ну что, лунное затмение сходит на нет. 1:02, 17 июля 2019 года, Харьков. Так и не разошлись окончательно облака. Дымка мешает нам всю красоту рассмотреть. Наверное, последний уже дубль буду делать. Дымки особо меньше не становятся. А затмения пока распогодится ждать не будет. Да, ну смайлик и смайлик. Улыбочка становится все шире. Не туда. Вот сюда. Да, и она становится чище неба, но хорошо ложка к обеду. В самый пик затмения было совсем сумрачно. Убежала простыня. Так что ж ты будешь делать? Сори. Ну, ладушки. Что у нас получается? У нас получается 5:02, 17 июля 2019 года в Харькове. Будем ждать следующего лунного затмения.